Прочтение тоже будет немножко, но кроме чтения будут разные другие искусства. Я начну с разных общих замечаний, в основном про то, как в социологии понимается искусство и каков интерес довольно низменного свойства, которое социологи к искусству испытывают. А потом уже расскажу немного про разные исследования, в том числе исследования чтения, ну и посещение музеев там появится. А сначала про интерес социологов к искусству. Так, а мне нужно нажать на... Что бы я мог нажать? О, вот на это я могу нажать. Как вообще искусство появляется в социологии. Оно появляется в двух качествах. Во-первых, произведение искусства предположительно служит источником информации. Когда мы хотим понять умонастроение, когда мы хотим понять, о чем думает какая-то группа людей или население целой страны в какую-то эпоху, кажется, что полезно почитать те книги, которые тогда пользуются наибольшей популярностью, потому что мы можем как-то связать содержание этих сюжетов с мотивами людей, с их представлениями, с какими-то страхами. Как именно связать одно с другим, это сложный вопрос. По этому поводу есть огромное количество разных теорий, еще больше всевозможных не вполне артикулированных догадок. Иногда кажется, что искусство выражает какие-то бессознательные устремления, которые люди руководствуются. Например, мы находим героя, популярного героя, и предполагаем, что это модальный характер. Кто-то, с кого хотели делать жизнь или в ком видели свое отражение. А иногда кажется, что культура появляется как отрицание условий существования большинства людей, и тогда мы находим что-то вот такое вытесненное в этих самых культурных произведениях. Так или иначе, это интерпретация художественных произведений как ключей к опыту или представлениям, или фантазиям какого-то общества. Второй подход, и если мы берем культуру первой половины 20-го, то есть появление культуры в социологии первой половины 20 века, то оно скорее такое. Во второй половине 20 века появляются другие подходы к культурным произведениям, которые вместо того, чтобы угадывать в нем фантазии или представления общества, начинают рассматривать то, как культура, то, для чего культура используется, культура как инструмент. И обычно культура оказывается инструментом классового воспроизводства или какой-то формы поддержания социального неравенства. А связано это с очень старым тезисом Веблена еще. В двух качествах культура может функционировать как вот социальный инструмент. В обоих качествах она сортирует людей. Есть люди, составляющие вместе в таком обывательском понимании общества, населяющие одну страну. И, как правило, между этими людьми не слишком равномерно распределены все те хорошие вещи, которые ценятся в этом обществе. У кого-то больше денег, у кого-то меньше, у кого-то больше влияния и известности, а у кого-то меньше влияния и известности. И социологи всегда интересовались тем, как именно получается, что у кого-то больше, у кого-то меньше, особенно если это несправедливо, кажется нам. А какую роль во всем этом играет культура? Культура сортирует людей, по крайней мере, двумя разными способами. Во-первых, на основании предпочтений в отношении литературы или искусства, музыки, сериалов, всего, чего хотите, люди делают выводы о других людях. Мы приписываем другим людям какие-то качества на основании того, что они слушают или смотрят или читают. И иногда это прекрасные какие-то качества, иногда не очень хорошие качества. Про потребителей некоторых форм искусства другие люди, я вернусь к этому, но Дарья Донцова в особенности играет эту роль в современной России. Так вот, потребители, чаще читатели, читательницы Дарьи Донцовой, они вот имеют на себе какую-то стигму, в смысле люди знают, что может быть, в этом лучше не признаваться, если читаешь Дарью Донцовой, а другие знают, что эти знают, и так далее, и тому подобное. А на другом полюсе находится какое-то искусство, которое большинство людей боятся, потому что оно
страшное для них, и совершенно непонятно, как кто-то вообще в этом находит искусство, но те, кто все-таки находит в этом искусство, пользуются предположительно, а оказываются обладателем особого ореола, они им доступно что-то такое, что недоступно простому смертному. А искусство во втором смысле представляет легитимность, то есть для каких-то групп потребление того, что считается хорошей культурой, высоким искусством, служит источником почтения или престижа в глазах всего основного, всех остальных групп, и предположительно может служить также объяснением, а почему этим группам, как правило, достается и гораздо больше всех других мыслимых благ в жизни. Ну, потому что люди это не простые, особенные, они такую музыку слушают, что я бы скрывался от нее в ванной, если бы меня заставили, а вот они слушают и терпят, может, они не такие, как я. Второе объяснение проще. И оно указывает на коммуникацию. Вне зависимости от того, есть ли у меня стереотипы по поводу людей, читающих какие-то книги, все люди делятся для меня на два класса в отношении каждой книги. Или эту книгу я читал, и они читали, и мы можем о ней поговорить. Или они не читали, или я не читал, или никто из нас не читал. Так или иначе, поговорить о ней мы не можем. А культура в этом смысле является инструментом коммуникации. Она позволяет некоторым людям завязывать связи с другими людьми. И в отношении культуры, что вы будете обсуждать? Сейчас, пока мы разговариваем, я надеюсь, что в Петербурге какое-то количество людей звонят другим людям по мобильным телефонам и спрашивают их, сколько раз за последний месяц вы обсуждали книгу или сериал, или что-то еще, такие стандартные вопросы. Мы узнаем, как часто люди это обсуждают. Видимо, довольно часто. Скорее всего, с новыми, знакомыми, довольно быстро. Кто обсуждал на этой неделе финал «Игры престолов» предполагаемый? Признавайтесь, в этом нет ничего стыдного. Прилично. Причем я потратил на это 2/3 своих лекций по теории. И это были самые лучшие лекции, которые, в смысле, вызвавшие больше всего оживления, из тех, которые были длинны наперед. Так вот, искусство помогает людям о чем-то говорить. Вот когда нужно говорить с знакомым, можно поговорить про погоду, можно заговорить про политику, но это взрывоопасно. Можно заговорить про какие-то бытовые вещи. Странно говорить с новыми знакомыми. В общем, искусство служит такого рода социальным клеем. Но ясно, что говорить, оно работает только с теми людьми, которые имеют те же самые вкусы и те же самые предпочтения. А поэтому люди, у которых предпочтения разному, они естественным образом оказываются вот отброшены друг от друга, потому что у них нечем заполнить паузы, не о чем коммуницировать в какой-то подходящей манере. Опять же, социологи, которые были озабочены вопросами социального неравенства и преимуществ, как всегда, обнаруживали, что когда у разных групп есть разные предпочтения, между ними они естественным образом, например, оказываются эндогамными. Ну вот, известно, что класс супругов очень сильно коррелирует, образование коррелирует еще сильнее, чем экономический класс, но класс сильно по любым параметрам будет коррелировать. Как получается, что богатые женятся на богатых, а бедные выходят замуж за бедных? Ну вот почему так? Ну, у них есть какие-то предрассудки? На самом деле у них, разумеется, есть предрассудки, но даже если мы отбросим предрассудки в сторону, группу, у которых разная социализация, просто не смогут их представители особенно коммуницировать друг с другом, так как они коммуницируют внутри себя. Понравившиеся друг другу молодые люди, если они примерно из одной среды, смогут разговаривать бесконечно, и понятно, чем больше они разговаривают, тем больше шансов, что они превратятся в ячейку общества и передадут свои вкусы кому-то по наследству. Если у них нет этого материала, этого коммуникативного материала, ничего подобного, скорее всего, не случится. А это четыре большие теории про искусство. Собственно, это те, в которых развивались темы, которые я очень коротко уже пересказал. Очень многое в социологии искусства в версии второй половины 20 века начинается с Веблена. Веблен написал классическую книгу про теорию праздного класса, в которой, в частности, изобличал то, что он называл стяжательскими критериями вкуса, означающее примерно следующее. Богатые скрытно выдают дорогие вещи, доступные только им, за прекрасные.
Поэтому хороший вкус – это по умолчанию вкус к дорогим вещам в нашем обществе. Только богатые в этом смысле могут себе позволить быть стильными. А богатство здесь подразумевает не только, не только непосредственно дорогие вещи, хотя развитие художественного вкуса во времена Веблена особенно предполагало ну, много денег для того, чтобы начать разбираться в живописи, как вы понимаете, тогда, учитывая качество репродукций, нужно было объездить много музеев. То есть вот, когда, если вы помните, в «Идиоте», там есть тогдашний хипстер-студент, который как-то так комментирует живопись свысока, а князь Мышкин читал, в смысле, может узнать по картине не очень известного голландского художника. Для того, чтобы узнавать по картине не очень известного голландского художника, нужно объехать много галерей. И для людей, для некоторого круга это возможно, а для некоторого совершенно невозможно. Поэтому хороший вкус в искусстве – это еще и много денег на путешествия в те времена. Но даже когда мы не говорим о таких самых очевидных вещах, чтобы разбираться в некоторых предметах, нужно быть просто богатым. А для того, чтобы разбираться в каких угодно предметах, нужно потратить на это много времени. А много времени есть только у обеспеченных людей. Поэтому Парфен Рогожин, например, не может разбираться в живописи, потому что он с детства должен был работать. Он мог сколотить большое состояние, но время на бесполезное гуманитарное образование у него совершенно точно не было. А вот у кого-то оно было. И вот граница между людьми, которые разбираются в живописи и в искусстве, и те, которые не разбираются, она очень сильно проходит в это время по классовым чертам. А поэтому, говорит Веблен, втайно обществу всегда навязывается... навязываются вкусы, которые проводят эти самые различительные линии таким образом, что воплощающими социальные идеалы оказываются как бы случайно совершенно экономические, политические и разные другие классовые элиты. Элиаса, про него я скажу очень коротко. Элиас написал знаменитые два тома про процесс цивилизации, в котором, в частности, указывал, что наши представления, наши художественные вкусы тоже отражают положение более привилегированных слоев общества. Правда, механизм, который он описывал, был совершенно другой. В современных обществах положение высших классов по определению вначале аристократии, затем буржуазии предполагает значительный самоконтроль. Он называет это моделированием аффектов, утверждает, что любого свойства каждый современный каждый человек в цивилизованном обществе вынужден жить как бы в панцире, но в этот панцирь мы накладываем сами на себя, мы держимся каким-то образом, пытаемся следить за... подавляем желание высморкаться, закашляться, чихнуть, сплюнуть на тротуар, в общем, все, что маленькие дети не прощают своим родителям, а потом, когда подрастут, эти самые дети начинают сами быть для себя родителем и следить за тем, чтобы еще не просто не сморкаться на людях или что-то в этом роде, но еще и сидеть с подобающей осанкой, еще и демонстрировать сдержанность и воспитанность, принимать спонтанно правильные позы и так далее и тому подобное. Вот эта вот степень аффекта, Лес называет это аффектом, имея в виду, что это какие-то спонтанные, естественные человеческие реакции. Первая субкультура, которая подавляет эти самые эффекты обычно, или доводит это до крайности, это вот высшие слои, то есть это придворное общество. Придворное общество – первое, супротив человеческой природы, заставляет каждого человека вести себя не так, как было принято до того. Вот это варварские, любимая эпоха, о которой он писал, это он, его диссертация была про двор Людовика XIV, и Элиас говорит, что вот как раз за несколько десятилетий, разделяющие разные романы Дюма, произошла буквально революция. Во времена религиозных войн в Лувр нужно было ходить со своей шпагой, с приближенной, потому что там могли убить. И люди в Лувре при этом, ну, в общем, вели себя так, как их внуки, безусловно, считали бы абсолютной дикостью себя вести. В смысле...
касается ли это гигиены, касается ли это каких-то отношений между полами, касается ли это всего чего угодно. Лувр был совершенно варварским местом. Потом при Людовике XIV происходит революция, и хотя по нашим меркам Лувр при Людовике XIV выглядел странновато. Например, про короля говорили, что он очень чистоплотен и моет руки каждый день. Особенно на старости лет Людовик не очень, кажется, дружил с гигиеной. А эта мода, естественно, репродуцировалась двором. Но, тем не менее, это было все-таки день и ночь. А дальше гигиена наступает каждый день не только в отношении рук, дальше во всех остальных смыслах человек оказывается в этом самом панцире. И дальше говорит Элиас, все слои копируют элиту, потом это проникает в буржуазию, потом каждая мода проходит ниже и ниже. И то же самое, говорит он, внезапно касается искусства. Что характеризует современное искусство, высокую культуру, она противоестественна, она противоречит человеческому естеству, она требует моделирования эффектов, она требует самовоспитания и вначале с чьей-то помощью, а потом над самим собой некоторого постоянного насилия, примерно так же, как требует поддержание гигиены или следования каким-то поведенческому коду. То искусство, которое нам спонтанно нравится, оно обычно не очень, оно обычно считается не очень хорошим. То есть вот, что такое массовая культура, к которой полагается относиться с пренебрежением? Это культура, которая проста в употреблении, которая всем нравится, которая апеллирует к понятным, интересным человеческим сюжетам. Она позволяет людям напугаться или сочувствовать, или поплакать, или затаиться в кресле, или вот как-то в оцепенении следить за сюжетом. И это все говорит Элиас плохо. По-настоящему это никакого моделирования аффектов, это естественным образом вовлекающее искусство, оно всегда оказывается плохим. А вот для того, чтобы оно было хорошим, нужно, чтобы для того, чтобы чем-то там увлечься, нужно проделать над собой большую работу, постоянно ее проделывать. Действительно, в свое время, я помню, еще в студенческие годы, первое какое-то исследование, которое было связано с культурой, я им занимался, это было в Эрмитаже. И у меня была идея, что есть такая естественная экология музейных залов. Очень по-разному люди себя ведут, в зависимости от того, где они оказались. Там совершенно разный состав. То есть вот есть такой гранд-тур, который проходит в Эрмитаже, мимо часов павлина и рыцарского зала. Рыцарский зал, если мальчики, павлин – это обязательно у всех. И там есть такие стандартные экскурсии. Там вот как действительно в Венеции такой большой есть канал, по которому все идут. А вот на третий этаж подбираются совсем другие люди. На третий этаж чаще приходят одиночки или приходят пары, причем приходят пары из двух девушек, старшая школа университетская, двух юношей, кстати, встречаются чрезвычайно редко. Но вот девушки, видно, что они приходят туда с некой решимостью культурно вырасти над собой. И люди натурально проделывают работу, потому что есть такой очень известный социолог искусства Говард Беккер, который написал про джазовых музыкантов, у него есть отличная книга «Аутсайдеры», не знаю, может быть, она продается в Петровском, да. А ее перевели мои большие друзья. И Беккер, с одной стороны, книга про джазовых музыкантов, хотя называется «Аутсайдеры», но самая известная из них статья такая, что они потом волновались по поводу ее публикации, потому что называется «Как становятся любители марихуаны». И главный тезис Беккера состоит в том, что марихуана, она никого не забирает с первого раза, а для того, чтобы она вообще понравилась, нужно, чтобы кто-то объяснил, а в чем тут кайф. И должен быть какой-то опытный человек, который говорит, да она тебя расслабляет. Вот чувствуешь тремор, так вот это вот оно и есть. Это вот, это, надо это полюбить. С высоким искусством все примерно то же самое. Очень редко встречаются дети, которые при первом знакомстве любят Пикассо. Возможно, они вообще не встречаются. Нужна большая работа воспитательно-карательной системы, еще работа над собой, чтобы кто-то, наконец, вовлекся и, да, развил себе вкус ко всему этому. И это будет примером цивилизации, которая отыгрывается в этой сфере, сфере вкуса. Или для Элиаса было очень важно, что на самом деле этот символ... символ человеческой способности, он, в общем, вполне валидный сигнал. Действительно, люди, которые могут так манипулировать своими эмоциями, в разных отношениях приспособлены к современному миру больше, чем те, кто не умеет. Весь наш мир требует калькуляции, расчета, поведения. Вот то же самое общество, которое было обществом, изобретающим все новые нормы, новые
сложные нормы этикета и заставляющих всех любить искусство, опять же, при дворе Людовика XIV было общество, в котором больше нельзя было использовать шпагу. До того разные проблемы решались тем, что вот в Лувре могли кого-то изрубить на куски, как с одним из герцогов Гизов случилось, и это было такое неупорядоченное, очень насильственное общество. В Людовике XIV уже невозможно убийство кого бы то ни было в Лувре. А интрига. Интрига и интрига. И вот искусство, которое нужно интриговать, это искусство, которое требует очень много в плане самопринуждения и самоконтроля. А Бурдье, может быть, самый известный из этих авторов, Бурдье прославился разными книгами про вкус во французском обществе. А Бурдье утверждал, что разные группы отличаются своими вкусами, и вкус служит для легитимации высшей буржуазии и для ограничения контактов. А по своей природе, у него была длинная сложная теория вкуса, вкус представляет собой, в его основе лежит классификаторская способность. У Бурдье были интересные взгляды на то, что люди делают в музее. Он, например, говорил, что для того, чтобы вовлечься в нефигуративную жизнь, единственный способ полюбить высокое искусство – это научиться его классифицировать. И он себе представлял, видимо, ценителя высокой культуры как искусствоведа или социолога, который главное удовольствие – это писать в уме какой-то искусствоведческий трактат, классифицировать, распознавать, располагать в ячейки, угадывать какие-то эстетические приемы, мигрировали. И вот если вам все это интересно, то вы чувствуете себя на своем месте, и вам очень уютно, если вы оказались на тогда третьем этаже Эрмитажа, а сейчас в генеральном штабе. А без этого, видимо, Бурдье, выросший в семье бернского почтальона, считал, что во все это все-таки нельзя вовлечься. Так вот, искусство классификации, которое приобретается воспитанием. Опять же, у Бурдье была длинная и сложная теория про то, как именно господствующие воспитывают в своих детях классификаторские навыки, которые позволяют им очень легко и очень естественно интересоваться самым разным искусством, включая, казалось бы, совершенно зубодробительное. А одновременно с его работами, которые в основном, то есть исключительно описаны на французском материале, была другая группа, работавшая в Америке во главе с Ричардом Петерсоном, и дальше там самые известные ее представители были Пол Димаджо и Джон Мор, которые как раз, в отличие от Бурдье, отыгрывали более коммуникативный аргумент. Они говорили, что вкусы в разных группах возводят между ними коммуникативные барьеры. И, возможно, в американском случае в отсутствии каких-то сильных стереотипов, вот если во Франции, возможно, есть такие очень жесткие или были снобистские представления о том, что некоторый вкус плохой, то в Америке все с ним было, видимо, всегда гораздо проще. То есть какие-то были традиционные бостонские, в особенности элиты, которые изучал Димаджо, они были такими нормальными снобами, которые хотели высокого искусства, которые в жизни бы не пошли слушать сначала джаз, потом они смирились с джазом, но уж не отправили бы слушать рок-н-ролл. Но, в принципе, это не было массовым, такого рода снобизм не был массовым явлением. И, тем не менее, искусство работало. Оно работало как классификатор. И далее заявлял Петерсон, поскольку у некоторых людей оно работало лучше всего для тех, у кого был самый большой культурный репертуар. А дальше говорит Петерсон, то, что отличает более благополучные группы или высшие классы от менее благополучных, это не хороший вкус высших классов или плохой низших классов, или какая-то стигматизация этих самых вкусов, а то, что не то, что одни потребляют одно, а другие потребляют другое, а то, что высшие классы потребляют все. Называется «Культурная всеядность», и посвящена как раз вот под разным углом этому явлению, показывающей с большим количеством опросов, что главное отличие проходит не по линии «эти любят, эти смотрели третий сериал «Твин Пикса», а эти смотрят «Игру престолов», а те, кто смотрит то и другое, те, кто не смотрит вообще ничего. Потому что те, кто смотрит это и другое, найдут общий язык с любой субкультурой. Они смогут поговорить и про сюрреалистический триллер, они смогут поговорить и про «Игру престолов», финал они смогут поговорить. И эта возможность позволяет им поддерживать гораздо более широкие социальные сети. А поскольку социальные сети являются в разных отношениях источником жизненных шансов, из социальных сетей мы берем предложение работы, из социальных сетей мы узнаем в разные новости, по социальным сетям можно найти доктора, если это нужно, учителя,
если это нужно, верных друзей, супруга или супругу, вот все это социальные сети. Люди, которым богатый культурный репертуар, это люди, которые могут поддерживать очень широкую разнообразную сеть, а это во всех смыслах большое преимущество. Есть такая длинная традиция в американском обществе, которая говорит, что главное, что на самом деле передают по наследству богатые своим детям, это обширные социальные сети и способность поддерживать еще, заводить и поддерживать еще более обширные сети контактов. Это делает, например, кандидата пригодным для позиции менеджера в самых разных сферах. Менеджеру нужно поддерживать отношения, если это какой-нибудь менеджер на предприятии, например, нужно поддерживать отношения с работягами, которые стоят ниже на этой социальной лестнице. И с ними, если что-то обсуждать, то, скорее всего, футбол. А с другой стороны, нужно в менеджменте иметь дело с финансовыми воротилами, которые могут быть из этих старомодных элит, и с ними нужно будет обсуждать оперу. Поэтому человек, который будет эффективно работать в этой сфере, будет человеком, который и там будет своим, и там будем своим. Это требует очень широкого культурного репертуара и всеядности. На самом деле, последние годы возникали вопросы о том, существовали когда-нибудь даже во Франции классические снобы. А потому что кажется, что при другой работе с результатами Бурдье получится, что и там, в общем, буржуазия, которая падала бы в обморок при виде «Игры престолов» и категорически отказывалась иметь с ней дело, возможно, никогда не существовала даже во Франции. Но во Франции, по крайней мере, это более правдоподобно то, что она когда-то была, чем в американском случае. Российский случай явно недоисследован в этом отношении, хотя и представляет большой интерес. В разных отношениях Россия очень любопытная для изучения культуры страна. Во-первых, эта страна долгое время, советская культурная политика была с самого начала спонтанно бурдеевистской. Вот так как в советские времена считалось, что можно быть стихийным материалистом, можно быть стихийным бурдеевистом, и советская культурная политика была как раз стихийно бурдеевистской. А в смысле уже 20-е годы была идея о том, что искусство сортирует людей, что это очень плохо, что искусство нужно делать доступным массам, что нужно воспитывать пролетариат или простых каких-нибудь простых людей, с тем, чтобы привить им хороший вкус, нужно помешать, ну вот не прямо помешать, но как-то вот косвенно сделать так, чтобы интеллигенция меньше передавала свои предпочтения своим детям. И действительно, с 20-х годов была мощная машина культурной политики, предназначенная к тому, чтобы открыть музеи простым людям, открыть музыкальные художественные школы для детей из простых семей, вовлечь красноармейцев в театр и заставить их туда ходить, цивилизовать их по дороге. А в каком-то смысле при этом в 20-е годы есть большое культурное столкновение между тем, кто вообще отвергает старую культуру, и теми, хочет возвести полностью новую, и теми, кто хочет сделать достижение старой культуры доступным всем и каждому. В конце концов, побеждает вторая линия, безусловно, побеждает вторая линия. И вот политика вовлечения масс в культуру, она проводится до самого конца Советского Союза. Опять же, в Ленинграде был тогда небольшой черный рынок, театральные билеты часто были совершенно недоступны для покупки в кассах, но они распространялись на предприятиях, и они особенно щедро распространялись на заводах. И поэтому рабочие, которые не страшно мечтали попасть в Мариинский театр, могли каким-то образом эти билеты на что-нибудь менять или продать при случае. И вот такой рынок существовал, как темная сторона политики, направленной на то, чтобы заставить пролетариат полюбить высокое искусство. И советские социологи культуры в 50-е годы начали в Екатеринбурге, прежде всего, в Свердловске, проводить опросы по то, как же вот наконец были целевые установки о том, что должна смыться, быть стерта разница между городом и деревней, между физическим и умственным трудом, в смысле между интеллигенцией и пролетариатом. И разница, прежде всего, должна была быть стерта в области потребления, культурного потребления. И группы в Свердловском университете проводили замеры за замером, чтобы убедиться, что наконец-то рабочий класс стал посещать драматический театр, а
интеллигенция стала посещать пивные. Ну, та последняя их не очень живо волновала, в смысле, они это делали для собственного удовольствия, но делали. А был такой Борис Грушин, который так вовлекся в изучение потребления интеллигенции пивных, что написал «Пивной путеводитель по Праге». А, практически самый лучший, который был тогда доступен. Он провел 2 года в Праге и все это время, значит, как бы изучал проблемы мира и социализма, а в свободное время исследовал потребление. А вот про театр натурально, да, были целевые установки. Нужно было обнаружить, что с каждым годом рабочая молодежь все больше и больше посещает театр, а интеллигентов там, соответственно, все меньше и меньше. Но к большому неудовольствию Михаила Рудкевича, который за этим стоял, который был как раз ортодоксальным, очень упертым марксистом, нет, происходило прямо противоположное. Опять же, политика, которая должна была поддерживать вступление пролетариата, поступление в университет, она тоже спорадически возобновлялась, снова пытались каким-то образом открыть для рабочей молодежи двери, как-то ограничить поступление интеллигентов опять туда, но опять ничего не работало. Но история этой политики очень любопытна. В этом, как и в разных других отношениях, Советский Союз опередил многое из того, что происходит в Европе или в Северной Америке на десятилетия. На какие-то вещи он опередил на полвека, я бы сказал. Второй интересный вопрос – это о том, что происходит с высокой культурой в обществах, если она является инструментом воспроизводства классовых преимуществ, в обществах, в которых нет классов. А все, о чем писали Бурдье или Петерсон и Димаджо, относится, исходно было исследование общества, в которых класс есть, в которых есть группы богатых, которые каким-то образом умудряются добиться того, чтобы их дети тоже были богатыми, причем к большому, ну, большому интересу, гражданскому возмущению и интеллектуальному интересу социологов. Кажется, что эта граница не особенно стала размываться, когда одно за другим ограничения снимались. То есть понятно, что в какое-то время ограничение воспроизводства во многом происходило за счет того, что образовательные каналы были просто недоступны для детей из бедных семей. Дети из бедных семей в 14-15 лет уже вовсю работали на заводе, и возможности закончить среднюю школу у них не было, даже когда эта школа была бесплатной для них, а она не всегда была бесплатной. И тем более никакой университет им никогда в жизни не светил, потому что университет тоже не был бесплатным. А это по определению могли сделать только дети из богатой семьи. Но сейчас за счет бесплатности среднего образования и гигантских институтов поддержки, кажется, что кто угодно может поступить в университет. Социальная мобильность выросла. Но она выросла значительно меньше, чем можно было бы ожидать. Она даже в скандинавских странах, которые всегда были сейчас особенно эгалитарные, в общем, большая. Что в таком случае? Почему эти каналы не работают? Все догадки, которые есть, или все представления, которые есть, они относятся, понятно, к классовым обществам, в которые вот были эти самые богатые, которые как-то умудрялись добиться для своих детей преимуществ. Социологи пытались выяснить, как. И вся эта литература, на которую я ссылался, почти вся, кроме отчасти Ильяс, она про переплетение класса в капиталистическом обществе со вкусом. Как это все выглядит в обществе, в котором этого класса нет? То есть все, что мы знаем про советское общество, это то, что никакого экономически традиционного, наследственного экономического привилегия в нем просто не существовало. Там было 2 грандиозных периода экономической мобильности. Первый связан с революцией 17 года, когда вот действительно элита сменилась полностью. Ну, если мы считаем революцию, историки типа Фицпатрик или других утверждают, что на самом деле не было революции 17 года, был один революционный процесс, который начался в 14 году и который закончился к 37-му. И вот когда он закончился к 37-му, никаких следов старых элит там не оставалось. Единственные, к слову сказать, элиты, которые, вот единственные старые семьи, которые остались, это интеллигентские семьи, в смысле вот особенно академические. Есть какие-то старые профессорские семьи, у которых есть 4 поколения профессоров в истории. Никаких других старых семей мы не найдем. А второй, понятно, большой период всего этого обновления или большой период мобильности приходится на 91-й. Он не настолько масштабный, насколько 17-й год, в смысле там не было истреблений, там не было гражданской войны, там не было настолько же массовой эмиграции, но, видимо, тем не менее, это был очень мощный рандомизатор. Опять же, я надеюсь, что
мы получим какие-то данные хотя бы по Петербургу, чтобы посмотреть на масштаб. Известно, есть исследования по Восточной Европе, нет хороших исследований по России, которые показывали, насколько бы эта мобильность была высокой. Но кажется, что даже если мы найдем какие-то следы преемственности, в смысле, в советском обществе, несмотря на его эгалитарность, были богатые и бедные, тем, ну, относительно богатые, относительно бедные. У кого-то была своя квартира, кто-то жил в коммуналке, у кого-то была машина и даже гараж к этой машине, у некоторых даже была машина «Волга», а у некоторых всего этого не было. И интересно понять, в какой степени это все воспроизвелось. Лучшая статья написана двумя голландцами, которые брали опрос 93-го года и показали они, в частности, что какая-то степень воспроизводства в Восточной Европе была, Россию они не затрагивали в этом случае. Но что интересно, кажется, что экономические шансы в новую эпоху были связаны скорее с культурным капиталом семьи, чем с экономическими возможностями как таковыми. То есть дети образованных родителей, несмотря на то, что они чувствовали и в Восточной Европе, и в России, что интеллигенция пала главной жертвой всего, чего она могла, но, тем не менее, каким-то образом они чувствовали себя лучше, чем дети из менее образованных семей. Хотя, поскольку интеллигенты умеют жаловаться лучше, чем кто бы то ни был, их жалобы были гораздо слышнее. Но, в целом, всем пришлось плохо, но культурный капитал каким-то образом помогал. Так вот, по отношению социалистических обществ, государственного социализма, было две разные гипотезы. Одна утверждала, что неравенство в нем, поскольку там нет стабильно воспроизводящейся буржуазии, частной собственности, там нет ни на что, кроме каких-то потребительских благ, то единственное, то и класса там тоже быть не может. А что там тогда есть? Ну, в смысле, вот класс такой традиционной буржуазии. Что там тогда может быть? И было два тезиса. Один Джиллоса про в основном политический характер элиты. Он был очень популярен где-то в 90-е, в конце 80-х и 90-х. Советский Союз тоже определили как этократическое общество. И основное предположение состояло в том, что главным благом в них является не собственность, а обладание собственностью, а доступ к политическим ресурсам. Поскольку у кого есть какие-то политические рычаги, те всегда могут захватить эту собственность, а у кого есть собственность, у них нет политических рычагов, эту собственность все равно отожмут. В настоящее время эти теории возрождаются без не всегда ссылками на предшественников, но вот в виде разных теорий неопатримониализма и институтов, которые утверждают, что в России власть и собственность срастаются таким образом, что их нельзя представить одно без другого, и власть первична. В смысле, вот контроль, обладание какими-то позициями в политической системе, оно является основным инструментом обогащения, а богатство, которое там не укоренено, оно всегда подвержено рискам и, может быть, даже нежизнеспособно. Другая теория была выдвинута двумя венгерскими исходно учеными, Конрадом и Селение, и состояла она в том, что в действительности социалистическим обществом правит аналог китайских мандаринов, просвещенная бюрократия. Причем они делали сильный акцент на том, что, собственно, элиты в этих обществах являются образовательными элитами. Это немножко неожиданный тезис, я дальше скажу, почему он при ближайшем рассмотрении может быть менее сомнительным, чем кажется на первый взгляд. То есть в Советском Союзе большинство интеллигентов, если бы им сказали, что они являются правящим классом Советского Союза, страшно бы возмутились. Потому что и стали бы рассказывать, что они в каком смысле не привилегированная группа, что квалифицированный рабочий получает больше денег, чем они, что за ними гоняется цензура, что символически, безусловно, Советский Союз определяет себя как пролетарское государство. А действительно определяет себя как пролетарское государство, в смысле вот именно рабочий класс. Рабочий класс присутствует везде, когда что-то должно символизировать Советский Союз, это, разумеется, рабочая колхозница, никто же не прорисовывает им третьего интеллигента. Они могли бы держать какого-то ребенка, который был бы со скрипочкой, но ребенка со скрипочкой там не предусмотрено, этот памятник. И действительно, если вспоминать, как это выглядело, весь символический ряд был очень пролетароцентричный. Ну и вот, безусловно, интеллигенция это очень ощущала как свое символическое подчинение. Но в действительности, Советским Союзом это сложно изучать, потому что Советский Союз был
не производил статистики, надо сказать, и не публиковал ее, не собирал ее систематически, так даже восстановить, кто сколько получал, сложно. Но из того, что мы знаем, выходит, что если мы не берем, если мы берем рабочих, условно рабочий класс в целом и условную интеллигенцию в целом, интеллигенция была экономически благополучнее. Она жила в больших городах, что значило очень много в смысле распределения потребления. А она, ну и в разных отношениях позиция в ней была привлекательнее. Разные опросы школьников, например, которые проводили в 60-х годов в Новосибирске, показывали, что школьники мечтали стать врачами и учителями, а уж тем более они хотели стать учеными. Было очень мало школьников, которые хотели пойти работать на комбайне, причем где бы ни проводился опрос. То есть в вузы были огромные конкурсы, интеллигенцию сильно ненавидели, ну, в смысле, подозревали о том, что она пристраивает своих детей, правильно делали, потому что, безусловно, механизмы воспроизводства работали. И вот, например, ну, такой традиционный советский антисемитизм, он при ближайшем рассмотрении был очень сильно замешан на вот таком классовом ресентименте. А это история из какого-то другого исследования, которое было еще в дипломе. Когда я писал диплом был про радикальный национализм. Я пытался общаться с разными людьми из такой классической антисемитской 90-х годов образца группы «Русское национальное единство», с тех пор давным-давно исчезнувшей. И когда я ходил к ним на встречу, я быстро выучил, что одна из вещей, о которых не надо говорить сразу, или, по крайней мере, уж как-то нужно пытаться отретушировать, это что учится в университете. Потому что университет у них в такой старой советской традиции, ну вот точно еврей. Не было вещи, да, и которая их так вот настораживала так же сильно, как и самое университетское образование, потому что было понятно, что вот, ну, это как-то все рядом. Евреи, доценты, музыкальная школа. Это один символический ряд. Они бумажки перекладывают, а мы заботи вкалываем. При этом, на самом деле, РНГ было очень сильно на излете советского антисемитизма, который умер ровно тогда, когда умер ресентимент по поводу интеллигентской профессии. Ну, там, в 90-е годы еще была семибанкирщина, она худо-бедно поддерживала это. Но сейчас этот самый доцент с детьми музыкальной школы не вызывает никакой зависти, видимо. Никто не хочет видеть себя на его месте. И в этом смысле представление о том, что они захватили все в университете, давайте дадим денег нашей бедной науке, в конце концов. Вот когда наш доцент превратился в бедную науку, весь этот ряд стереотипов, он, видимо, просто сошел на нет. Но тогда, говорят селения, в советских обществах действительно было... Эти группы пользовались гораздо большим престижем, гораздо большим уважением, могли хотеть воспроизводиться и пользоваться завистью со стороны всех остальных. И они были, тем не менее, частью правящего класса, потому что из них черпался партийный аппарат, а номенклатура была на семейном уровне тесно переплетена с интеллигенцией, как ни странно. Действительно, есть разные интересные исследования о том, что происходило с детьми детей членов Политбюро. Они никогда не становились, не шли работать на комбайне, не были путевыми обходчиками, машинистами не были, но и в партийный аппарат они шли не обязательно. То есть они, многие из них, разумеется, в МИД, какой-нибудь по линии с большими поездками за границу, но тем не менее Васленский и все остальные утверждали, что частой или чуть ли не преобладающей семейной историей был институт, научные сотрудники, музей какой-нибудь. И в этом смысле какие-то социальные дистанции, через сколько рукопожатий Бродский или Довлатов, которые явно аутсайдеры, были связаны с Брежневым, да вот скорее всего через два. То есть они, скорее всего, жали руки кому-то, кто жал руку Брежневу. А среднестатистически трудящиеся на Камчатке или где угодно, скорее всего, был связан с Брежневым, ну вот гораздо более длинной цепочкой, несмотря на все, казалось бы, политику единства с рабочим классом. А это малоисследованная тема, хочется узнать о ней больше, но пока мы ничего не знаем. Так или иначе, если Зелени прав, то то, что было пропуском в эту самую интеллигенцию, было одновременно пропуском в реальный господствующий класс социалистического общества. Вопросы, которые есть в связи с этим постсоветской трансформацией. Большой вопрос, это в принципе связан ли культурный капитал и статусная культура с экономическим благополучием. Если мы берем американский или западноевропейский пример, связь будет прямой и сильной. Собственно, самый простой предиктор уровня доходов, если мы берем Америку,
или большинство европейских стран, это количество лет законченного формального образования. И там будет корреляция с уровнем доходов, там может быть порядка 0,7-0,8, то есть очень высокая. А можно не спрашивать людей, сколько у них денег, спрашивать, сколько классов они закончили, попросту. Потому что большинство профессий высшего среднего класса предполагает университетское образование, большинство людей, которые заканчивают университет, получают работу этого самого среднего класса, и как-то оно хорошо работает одно с другим. А можно даже не спрашивать про университет, можно спрашивать, когда были в музее. Это дает более слабую корреляцию, особенно для Америки, ну, а по-прежнему прилично узнаваемую. Там корреляция будет типа, ну, статистическая 0,5. А будет ли она вообще в России? Если мы предполагаем, что мы движемся в сторону формирования нормальной капиталистической классовой структуры, где есть богатые, богатые каким-то образом отделяют себя от всех остальных, есть классовые границы, есть потребление, которое структурировано по этому самому классовому признаку, то, ну, найдем ли мы какое-то подобие этих корреляций. Второй вопрос, который отчасти связан с первым, это вопрос о том, что во всей этой системе произошло, когда за тот период, когда связь, если она до того была, чего мы не совсем знаем, явно сократилась. То есть был период 90-е годы, когда мы не знаем, что точно происходит. Правда ли, интеллигенты проиграли больше, чем неинтеллигенты, то есть меньше, чем неинтеллигенты, но вера в то, что интеллигенты были жертвой реформ, была действительно всеобщей. То есть по разным опросам мы видим, был странный период, когда конкурсы в вузы практически все резко сократился. Это были 90-е годы. А люди с улицы поступали на юрфак ЛГУ. Ни в советскую эпоху это было невозможно, ни в постсоветскую, по крайней мере, до введения ЕГЭ это было невозможно. А тут вот раз и конкурс на юридический факультет ЛГУ сильно упал. Всюду упал конкурс. Во все вузы упал конкурс. Разные опросы показывали, что бедствие интеллигенции воспринимаются как универсальные, повсюду наблюдаемые, что это главная жертва, что мир принадлежит новым русским, весь этот фольклор про новых русских должен был показать, что хам восторжествовал. Вот как бы была общая вера в то, что культурный капитал не открывает никаких дверей, а может быть даже некоторые закрывает. А стали ли в этих условиях люди меньше интересоваться высокой культурой? Если мы предполагаем, что высокая культура – это инструмент, с помощью которых индивиды и группы пытаются обеспечить свое будущее коллективно, то если инструмент становится негодным, то интерес к ним должен упасть. А что, если он, тем не менее, не упадет? Это отсылает нас к другой группе теории стратификации, про которую я не упоминал до сих пор, но она, в общем, тоже имеет давнюю традицию, начиная откуда-то с Вебера, и главным тезисом в ней будет то, что в современных обществах есть несколько измерений иерархии. И наравне с преимущественной экономической стратификацией, основанной на доходах, собственно, классовой в таком более строгом смысле слова, есть какая-то другая иерархия, основанная на соображениях престижа, привлекательности работы, того, что эта работа творческая и интересная, предположительно каких-то ценимых личностных качеств, которые автономны от первой. То есть для людей типа Виблена статусная культура символизирует принадлежность к экономически господствующему классу. Для людей типа Шилза или Голдорпа статусная культура демонстрирует принадлежность к интеллектуальной или духовной, даже в каком-то возвышенном смысле, элите. И престиж, которым она окружена, вовсе не обязательно связан с тем, что она делает людей богатыми. Мы можем найти в особенности в традиционных обществах примеры культур, в которых было несколько измерений престижа, и престиж некоторых групп вообще не был связан с их доходами или даже был обратно с ними связан. То есть для того, чтобы вести очень благочестивый образ жизни и почитаться как святой отшельник, что в Индии или в Северной Африке было чрезвычайно почетно и, вероятно, привлекательно, нужно было как раз не обладать никакой собственностью, а жить подаянием. Могло ли бы так, что в современных обществах это есть тоже? Что есть какая-то иерархия, которая никуда не девается от того, что она перестала быть связана с экономическими преимуществами, хотя может быть и связана, а может быть и не связана. А советский и постсоветский пример представляют нам некий критический эксперимент, можем сказать мы. Вот если мы увидим бегство от культуры,
А мы можем предполагать, что она для людей обладает, для многих, по крайней мере, низкой самостоятельной ценностью, если она не является символом принадлежности к экономической или классовой элите. А если мы не увидим этого бегства, мы можем предполагать, что эта культурная иерархия, в общем, в значительной мере автономна. Ну и вопрос, который появляется в довесок, когда мы смотрим на разные теории культурного потребления, это... И существует ли, живем ли мы в обществе, в котором существует снобизм и представление о плохом вкусе и сортировка людей как негодных, потому как книгами читают, или мы живем в более всеядной, уже более всеядном обществе, в котором люди ценят скорее разнообразие и обилие интересов, чем то, что кто-то отвергает плохую культуру. Я скажу про одно, расскажу про одно исследование, которое, из которого некоторые ответы можно извлечь. Это мониторинг культурной жизни Петербурга. Проводится он с 1991 года. Начал его Михаил Евгеньевич Илья, замечательный петербургский социолог. Собственно, Советский Союз был еще жив. Был октябрь 91-го. С тех пор он проводил по возможности опросы и провел в общей сложности, по-моему, 14 или 15 этих самых волн. История этих опросов была много чем омрачена. Например, в какой-то момент из офиса украли компьютеры, так что старые опросы не уцелели, какое-то количество их погибло, и доступны только файлы с 2005 года вообще. Но это, в общем, даже потому, что там сохранилось в виде распределения, это один из самых интересных источников по поводу культурного потребления. Стандартный блок вопросов, очень похожий, совершенно случайно получившийся похожим на тот, который задавали во Франции или в Америке, доступен в этом самом массиве с... Ну вот практически с незапамятных времен 91 года. А в 2017 мы с ним провели еще один опрос. Я надеюсь, что еще один вот будет буквально сейчас. То есть, может быть, эта серия уже должна быть закончена и в 2019. А там есть стандартный набор вопросов про образование, про, понятно, полвозраст, доходы. Теперь мы расширили их профессиональной занятостью и разными другими. Что это в некотором роде самая важная картинка. Со времен Бурдье, которого я упоминал, у социологов есть вкус в таком методе, который называется анализом корреспонденции. Он порождает такие картиночки, там нарисовано много-много разных атрибутов, и когда на страничке перед вами, это одно удовольствие ее разглядывать. Чем ближе точки, тем больше вероятность, что эти атрибуты встречаются вместе. Чем дальше точки... Тем, в общем, меньше эта вероятность. А даже я с трудом могу рассмотреть, что здесь написано. К счастью, я ее хорошо помню. Но если мой пересказ того, что вы здесь не видите, кого-то заинтересует, пишите, я с удовольствием пришлю ее в самых разных версиях. В 2017 году, людей спрашивали о том, как часто они принимают участие в разной культурной активности, вот стандартный блок вопросов, ну и в разной некультурной активности. Например, спрашивали про бары, рестораны, шашлыки и все остальное. На этой картинке есть очень отчетливое первое измерение, которое противопоставляет все виды активности, всем видам неактивности. То есть вот здесь люди, которые не были в драматическом театре, не слушали концерты классической музыки, не читали, там был еще вопрос про 8 авторов, которые просили опознать и сказать, нравится, не нравится, не читали ни одной из этих книг или читали мало этих книг, почти все читали одну, потому что хотя бы там был Достоевский, Донцова, но некоторые читали вот буквально одну книгу, кто-то читали все 8, довольно прилично. Те, кто читал все 8, оказывались тоже здесь. Бары сюда попадали... В общем, практически во всех отношениях вот здесь были те, кто не участвовал ни в чем, кроме смотрения телевизора. Единственный вид активности, который был здесь, это смотрение телевизора для старших и компьютерные игры для младших. То есть вот люди, которые вообще не выходили из дома и практически ничего не делали из перечисленного. И те, кто делал практически все. Дальше мы получили второе измерение. Наверху, на одном конце которого оказывались посещения концертов музыки академических жанров, это с 91 года. Больше 3 раз в год, драматический театр, опера и балет, музыка, прочитал 8 книг, по-моему, вот здесь.
людей туда или сюда, оказывается, не доходы, а возраст. И это любопытное, и, видимо, согласуясь с тем, что мы знаем из других источников про постсоветское общество чета, практически любая активность понижается с возрастом, и влияние возраста оказывается сильнее, чем влияние дохода как такового. При этом доход связан с возрастом, и чем богаче люди, тем у них меньше денег. То есть из экономической статистики мы знаем, что максимальные заработки в середине 2000-х, по крайней мере, достигались людьми в возрасте 30-30 с небольшим лет. Учитывая, что после этого они обзаводились часто детьми, иногда до, иногда после, но вот доход ночного домохозяйства сокращался, мы обнаруживаем общество, которое очень сильно недружелюбно по отношению к старшим возрастным когортам. Доходы падали. И во всех отношениях, в других смыслах, в общем, здоровье ухудшалось, активность снижалась вследствие этого и, возможно, вследствие чего-то еще тоже. То есть доход, в принципе, увеличивает вероятность попасть в драматический театр или в музей, но не очень сильно. Не так сильно, как образование и возраст. Образование и возраст влияют гораздо сильнее. Причем количество прочитанных книг на доходы вообще сказываются отрицательно. Как это получается, не совсем понятно. Люди, которые зарабатывают больше денег, читают меньше авторов. Ну или могут опознать меньше авторов и сказать, нравится им, не нравится. Вот на этой картинке, это как раз по поводу доходов это как раз по поводу соотношения доходов и прочитанных книг. Вот здесь вот из списка 8 книг нужно прибавить 3, и получится среднее количество книг, которые читали представители разных профессиональных групп. Это такие крупнейшие профессиональные группы: кассир, бухгалтер, школьный учитель, преподаватель вуза, индивидуальный предприниматель, силовик, куда мы объединили полицейских и военнослужащих. А вот это вот количество книг, которые в среднем они прочитаны, а вот это вот доля в группы, которые имели доходы выше медианного члена домохозяйства. А в некоторых группах почти все имеют доходы, которые превосходят медианный доход для Петербурга. Вот самый благополучный, причем оказалась армия и полиция. Дальше идут индивидуальные предприниматели, а дальше преподаватели вуза. Довольно неожиданно, несмотря на представление о бедствии постсоветской науки. Там не особенно высокодоходные. Но в целом, вот в этой части, по крайней мере, мы видим явную корреляцию, пока мы не встречаем вот этих двух, которые явно портят картину. Книг они читают очень мало, а в отношении среднего, но при этом явно оказываются высокодоходными. В целом, связь совсем не такая, как можно было бы ожидать. И кажется, что внутри этих самых профессиональных групп люди, которые зарабатывают больше, читают меньше. Причем это легко было бы объяснить тем, что если они зарабатывают много, то потому что много работают, то нет у них времени ни на Донцова, ни на Маркеса, ни на Ремарка, про которых мы спрашивали. Но похоже, что это не вся история, потому что, как ни странно, одна из самых удивительных вещей про этот предыдущий график – люди, которые много участвуют буквально во всем, от шашлыков до драмтеатра, при этом еще и работают больше 40 часов в неделю. А когда они все это успевают, неизвестно. Может быть, однажды появится новая теория, которая скажет, что главное, что отличает богатых от небогатых, это не то, что богатые транслируют умение разбираться в вине и живописи, и даже не связи, а навыки тайм-менеджмента. Некоторые люди просто все успевают, а другие вот ни черта не успевают. А по крайней мере, в отношении академической профессии в это очень легко поверить. В ней выживают те, кто успевает больше. Это следующий кадр, который должен показывать, правда, цвета ведут себя каким-то странным образом, но должен показывать динамику культурного участия по годам. Это, собственно, главное достижение мониторинга, начатого Михаилом Евгеньевичем. Оно показывает, как изменяется участие в разных формах культуры: драмтеатр, музыкальный театр, который расшифровывался как опера-балет, классика, поп и рок-музыка, народная музыка, посещение музеев и посещение кино, кинотеатров. Как это изменялось с 91 года? В целом мы видим, что порядок, есть народная музыка, которая даже непонятно, зачем вопрос по нему задавался, потому что в 91 году ее уже практически никто не слушал, но
была некая инерция советской традиции. Советская традиция считала, что с народной музыкой надо, в общем, не упускать случая прильнуть к источнику национального чувства. И вопрос, в общем, тоже такой с длинной традицией. А есть сильное подозрение, причем, что люди, которые сейчас, говорят, слушают народную музыку, слушают ирландский фолк, а вовсе не ансамбль «Березка». Но их так мало, что мы не можем этого установить точно. Вот народную музыку никогда особенно никто не слушал, музеи всегда посещали довольно много, а вот это вот самая интересная кривая, которая ведет себя не так, как все остальные. Мы видим, что она их пересекает. Причем вот здесь она вообще оказывается второй снизу. В 1995 году, вот где-то на дне экономического кризиса, извините, это в 1997 году, на дне экономического кризиса больше людей сходило послушать классическую музыку, чем ходило в кино. А потом начинается рост. Вот про это мы можем сказать, что произошло это на самом деле не потому, что люди бросили ходить в кино, а потому, что появилось телевидение. Советское телевидение имело 3 канала, включая ленинградское, а все остальные страны, в значительной части другой страны, было вообще 2, и заканчивали они вещание в 11 вечера. И по 3 из этих каналов показывали одновременно программу «Время», чтобы, значит, никто не попереключал. И ясно, что особой конкурентности кинотеатрам они не могли составить. Но в 90-х было уже конкурентное телевидение, которое показывали западные блокбастеры в то же время, когда в Америке не шли еще в кино. Ну, вот люди стали смотреть телевизор, чего им было в кино-то ходить лишний раз. Но то, что мы видим с началом экономического роста, кино получает утраченные позиции. Причем, несмотря на компакт-диски, несмотря на торренты, оно возвращается и снова становится самым популярным из искусств, пока в 2017 году неожиданно не теряет эту позицию, потому что больше людей сходили в музей. Это и сама по себе интересная история. Если посмотреть на линию музеев, она колеблется гораздо больше, чем все остальные. Может быть, следствие изменения в ценовой политике крупнейших музеев, которые там Эрмитаж то отменял плату за вход для пенсионеров, то вводил плату за вход пенсионеров. Так или иначе, музеи явно самая выигравшая форма. Надеюсь, что в этом году мы увидим, удержал ли он свои позиции. А о чем нам говорит провал кино? Про все остальные формы искусства мы можем сказать с некоторыми оговорками, что это высокая культура, спорно в отношении поп и рока, хотя классический рок, в общем, может так квалифицироваться. Но в отношении музеев, в отношении драмы, в отношении музыкального театра и классической музыки можем сказать, что это такое ядро статусной культуры. Высокая культура – это вот это вот все. И посмотрите, что происходит, когда у людей кончаются деньги. Они не перестают ходить в филармонию. Филармония теряет там порядка трети своей аудитории, что, конечно, много для филармонии. В смысле, для филармонии это было большой проблемой, менее наполненные залы, чем они были прежде. Но кинотеатры потеряли вообще практически все. То есть по сравнению с кино, высокое искусство потеряло очень мало. А если мы предполагаем, что во многом... То есть мы можем сказать, что по отношению... Да, в сравнении со всеми остальными отношениями, формами развлечения, высокая культура потеряла очень мало. И мы можем это объяснить тем, что она воспринималась как что-то большее, чем просто развлечение, разумеется. Это было важной частью собственной идентичности. Люди хотели чувствовать себя культурными, они по-прежнему внутренне гордились собой, когда слушали классическую музыку, может быть, даже больше гордились собой, если они шли ее слушать на последние деньги. Они по-прежнему приобщали к ней детей, они по-прежнему считали, что что-то в их жизни не так, если они не были в театре. А если они не были в кино, они просто не были в кино. Они могли вместо этого, был дешевый субститут в виде телевизора, и они смотрели телевизор. Это показывает, что никакого бегства от статусной культуры, традиционной высокой культуры, не было. А в 90-е годы вы слышали, и сейчас, собственно, мы все сейчас это слышим, из каждой розетки требование поднять престиж образования, науки и культуры, что значило выплатить больше зарплат. Потому что, развивая эту логику дальше, ее сторонники утверждали, когда люди видят бедного ученого, они теряют к ученым всякое уважение и к науке тоже интерес. Интересный вопрос про этот спад – это каково происхождение этого спада. Потому что спад может быть эффектом жизненного цикла, а может быть эффектом когорты. То есть, может быть, люди с возрастом… Ну, если мы предполагаем, что культурное потребление – это часть инвестиций в культурный капитал, который потом дает какую-то карьерную отдачу, то правильное время для этих инвестиций, как, например, инвестиции в образование, это в начале своей жизни. В начале жизни мы заводим друзей, а дальше мы заводим друзей гораздо медленнее. В начале жизни
у нас появляется супруг или супруга, а потом, правда, тоже иногда появляются, но какие-то решающие нахождения на брачном рынке, оно все-таки происходит довольно рано. А в этом возрасте и работу мы ищем, и какие-то активные социальные связи мы тоже завязываем, в основном, когда мы молодые. И больше всего друзей у нас в молодости. Это не только в России, это... Удручающая картина старения будет наблюдаться и в самых разных других странах. В этом обществе что-то, что может позволить нам завести больше связей и поддерживать их, гарантирует самый больший карьерный эффект и любой другой социальный эффект в смысле восходящей социальной мобильности. Поэтому рациональный утилитарный индивид должен был бы больше потреблять культуру вначале, а потом мог бы махнуть рукой. На самом деле, когда мы изучаем, например, книжное чтение, мы видим что-то такое. В смысле, люди в 20 с чем-то лет будут стараться читать Достоевского, Ремарка и Маркеса. А когда им будет 45, кажется, что многие махнут на это рукой и будут читать скандинавский детектив. Или Акунина. То есть тех людей, которые прежде читают Нобелевских лауреатов, переключаться на какое-то такое вот чтение, которое может скрасить вечер. А можно ли этим объяснить ту разницу между возрастными группами, которые мы видим? Видимо, нет. Потому что, имея мониторинг длиной в 12 лет, и надеюсь, что в 14, мы можем нарисовать вот такую вот кривую, вот такие вот прямые, которые соответствуют ломаной линии разным когортам. Вот это вот когорты, какими они были в нашем опросе. Вот это вот самые младшие, а вот это вот самые старшие. То есть вот это вот те, кому было 18-29 в 2005 году, первый, по которому сохранились данные. А вот это вот те, кому тогда было 60-60 с лишним. И мы видим, что уровень участия у них, по сути дела, сохраняется. Что забавно, потому что этим людям сейчас уже за 70, самым младшим из этой когорты. Но мы видим, что очень сильного спада, связанного с проблемой со здоровьем, все равно не происходит. А вот тут вот есть некая перегруппировка, то есть вот те, кто был самым младшим и самым активным, сейчас опустился аж на третье место, хотя, учитывая размер подвыборок, это незначимо статистически. Но что мы видим, это то, что, в принципе, следующие поколения были более активны и оставались более активны. Каждая группа, которая входит на эту историческую или культурную сцену, оказывается активнее предыдущей, оказывалась вот начиная с приличного прошлого. То есть мы можем сказать, что, видимо, это началось где-то еще в 70-е годы. В отношении старшей группы, видимо, даже раньше. И вот старшие когорты были менее активны, чем каждое последующее поколение. Как это можно объяснить? Возможно, то, что мы видим, возможно, это не совсем довольно неожиданное наблюдение, позволяет нам объяснить, почему доходы менее важны в определении стиля жизни, чем возраст. Потому что класс – это не только богатство, но еще социализация, как следует из всего, о чем говорили Бурдье и все остальные. Но социализация – это некая вещь, которая легче проходить молодому человеку. У молодых больше времени, у них меньше других обязательств, у них меньше ощущения, что они уже сделали выбор, они не хотят перечеркивать все, что было выбрано прежде. А у них лучше здоровье, они чувствуют, чем старше – чем старше становишься, тем, в общем, сложнее переносить мелкие унижения, связанные с ролью новичка. Например, это очень хорошо можно проиллюстрировать на теме, на примере какой-то этнографической полевой работы. Например, когда вы молоды и вы студент, вам легко пойти к людям, с которым вы никогда не имели дела, и пытаться с ними как-то сосуществовать, как это, например, делал упоминавшийся мой Говард Бейкер с джазовыми музыкантами. Когда ты вливаешься в какую-то группу, ты всегда там самый неумелый, самый неловкий, самый неуклюжий, все над тобой посмеиваются за твоей спиной, иногда не за твоей спиной, и чувствуешь себя по-дурацки. Но когда тебе 20 с небольшим, во-первых, над тобой посмеиваются, ты аспирант, над тобой на твоей кафедре посмеиваются, потому что ты там ничего не умеешь, а ты точно знаешь, что это однажды изменится. Однажды ты вырастешь, однажды станешь таким же большим успешным. Когда ты уже большой успешным в каком-то мире, спуститься куда-то, где ты будешь с бестолковым новичком, уже сложнее и сложнее. Новые формы культурного участия или некультурного участия, практически любой практики, они сопряжены вот с этим опытом нелепости и ученичества, которые непривлекательны для старших людей. Поэтому, когда
стало возможным глобализация жизненных и потребительских стандартов после 1991 года, их энергично бросились осваивать молодые люди, еще и потому, что старших людей сдерживало не столько отсутствие денег, возможно, сколько нежелание, что бы то ни было, менять. Вот эта вот инертность поколения привела к тому, что именно молодые люди осваивали какие-то формы, включая обходные пути. И эффект молодости оказывался сильнее, чем эффект класса. А поскольку культура, которую они осваивали, была культурой всеядности, утверждавшая, что элиты во всех смыслах потребляют больше, чем не элиты, получалось, что молодые люди начинали жадно урча заглатывать все, что им предлагалось. Они с удовольствием посещали драматический театр, они выбирали шашлыки, правда, называли их, наверное, уже барбекю все чаще и чаще. И вот эти вот потребительские стандарты, они каким-то образом осваивались. В этом плане граница, классовая граница, то, что больше всего напоминает классовую границу в России, это граница между поколениями, а не между имущественными группами. Если эта логика правильна, то эта ситуация не навсегда, она однажды сменится, но она будет наблюдаться еще на протяжении ощутимого времени. Действительно, я только сегодня, мне пришло в голову, не сегодня, некоторое время назад я попробовал посчитать, такие вот изменения в общественных вкусах, или я сообразил, какой маркер изменений в общественных вкусах приходит мне в голову. Как-то, когда я ходил в школу, я однажды насчитал, что за время, пока я успеваю до нее дойти, и по обычному маршруту, по которому я иду, я встречаю общеизвестное нехорошее слово из трех букв, написанное, как-то я насчитал 18 раз. Я не знаю, почему я считал это слово. Может быть, Фрейд должен, мог бы мне что-то об этом сказать. Но вот почему-то я брался это подсчитывать, и я только недавно обнаружил, что я сделал ценнейшее социологическое наблюдение, вернее, наблюдение, которое стало ценнейшим социологическим. Пройдя по тому же самому маршруту, я не видел ни одного написанного этого плохого злого. Видимо, те руки представителей тех групп, которые раньше писали вот это, теперь выводят там «All cops are bastards», гораздо эстетичнее. «АКАП». Ну вот, какое-то восприятие стандартов, которые привели к видимой большей утонченности младших когорт, все-таки произошло, и плохое слово из трех букв сменилось плохой аббревиатурой. Лужков, Даниэла Стил, Булгаков, Ремарк, Достоевский, Кинг и Акунин. А вероятность чтения любого из них увеличивает вероятность чтения, обнаружить, что человек читал любого другого. То есть корреляция всегда положительная. Всеядность на уровне чтения, она существует. Если человек читает что-то, человек просто много чего читает. Это одна половина истории. А вторая половина истории в том, что количество прочитанных книг сказывается не так тривиально о том, кого люди любят. И вот здесь мы видим, что есть, по крайней мере, два разных паттерна. Вот это вот писатель, которого чем больше читают, тем больше любят. Люди, которые прочитали три книги и менее, или знают трех и менее авторов из нашего списка, утверждали, что любят его менее, чем в половине, очень любят его в менее, чем в половине случаев. Те, кто читали 8 книг, любят его остервенело, любят его в 70% случаев. И это Булгаков. Чем больше книг они еще прочитали, тем больше любят. Похожая динамика будет с Ремарком и Достоевским. А вот это прямо противоположная история. Это Донцова. Чем больше люди читают книг, вот это вот Донцова, те, кто читал три и менее книги, любят Донцова примерно в половине случаев, так же, как Булгакова. Но чем дальше, чем на большее дно она уходит, и практически... О, нет, простите. Простите меня, пожалуйста. Это, по-моему, был Вишневский. Вот это Донцова. Люди, которые прочитали 8 книг Донцова. То есть, по крайней мере, применительно к некоторой литературе, всеядность должна была бы привести к тому, что люди говорят: о, Донцова, прекрасно, очень прекрасно, свежее, аутентичное народное творчество. Достоевский, очень хорошо, люблю классику. Ремарк. Даниэла Стил, боже мой, заглянуть в мир богатых, как это прекрасно. Но вот мы не находим этого амнивора, который любит все, который такой широкий вкус, такой необъятный культурный кругозор, что любит буквально все, или наоборот, мы не находим
эффектного сноба, который говорит, прочитал, который читал все эти 8 книг, очень любит Донцова. Ну, вы знаете, Достоевский, по-моему, переоценен. В русской литературе классического 19 века есть гораздо более важные имена. Репутация Достоевского создана из-за эротоманской культуры рубежа веков. Вот этого сноба, который демонстрирует, что он стоит так высоко, что может не полюбить Достоевского, мы не находим. То есть, на самом деле, у людей, которые читают очень много, видимо, есть некое такое довольно ригидное в основном представление о культурном каноне. Булгакова любить надо, Достоевского любить надо, Донцова ни в коем случае. И это противоречит представлению о том, что всеядность воспроизводится совершенно независимо и вне способности сигнализировать какое-то иерархическое экономическое положение, ну и это удастся еще раз окончательно подтвердить, но, как обычно бывает с исследованиями, ты никогда не знаешь, что найдешь в конце. И в этом смысле, конца следующей недели я жду даже с большим нетерпением, чем новостей о том, кто сядет на железный трон, а это немало. Спасибо.